Всех приветствую, сегодня мы поиграем с вами в убийство в Восточном Экспрессе. Смотрел фильм, то фильм мне понравился, не знаю как по поводу игры, будет ли она интересная. И не заснем ли мы, как говорится, с вами в первые 20 минут игры. Так что всем приятного просмотра. Возникли неожиданные осложнения в деле, как вы и предсказывали. Пожалуйста, немедленно возвращайтесь. Как осложнения могут быть неожиданными, если их предсказывал? Пуаро, друг мой, это вы? No, I am Batman. Так, идемте. Так, подойдите к месье Буку. Хорошо, Пуаро, это я, Бук. Так, нажмите кнопочку. Пуаро, друг мой, это я правда вы? Бук, это я правда я. Что привело вас сюда, так далеко от дома? У меня были дела. Дела сердечные, всего лишь поиск украденных артефактов. Но теперь меня вызывают домой в Англию, я должен ехать немедленно. Сегодня вечером, тогда я надеюсь, вы поедете на Восточном Экспрессе. Я еще не искал билетов, поскольку сам только что узнал, что должен немедленно возвращаться в Англию по срочному делу. Прекрасно. Тогда я с радостью найду вам место в Восточном Экспрессе. Не смей отказываться от приглашения самого директора направления. И мы вместе поужинаем, ведь я тоже уезжаю сегодня. У нас будет масса времени поговорить. Я скажу, чтобы наш багаж забрали из отеля. Извините, сэр, вы директор направления. Княгиня Драгомирова хотела бы знать, может ли она взять с собой в купе Майну. Доброе утро, княгиня. Для меня большая честь путешествовать с вами. Ваша птица не доставит нам никаких неудобств. Вы спросите про корм. Ах да. Княгиня Драгомирова хотела бы узнать, будет ли в поезде корм для Майн. Насекомые, небольшие земноводные, мелкие грызуны. Мелкие грызуны? Конечно, княгиня. Не беспокойтесь, вашу птицу будут кормить так, как вы попросите. Эй, администратор. Секунду, сэр. Послушайте, вызывайте полицию, у меня украли билет на поезд. Украли? Как же так? Как же так? Вы едете на Восточном Экспрессе, месье? Капитан Арчибальд служил в британской армии, теперь в отставке. И да, я еду на Восточном Экспрессе в Париж. Но какое вам до этого дело? Меня зовут Бук, директор направления к вашим услугам. И может этот джентльмен сумеет вам помочь? Это Эркюль Пуаро. Я должен успеть на поезд. Все, лишь билет на поезд. Вечером я отыскал артефакты ценой несколько миллионов. Прошу, друг мой, это не просто билет. Это билет на Восточный Экспресс. Так и быть, я этим займусь. Спасибо, Пуаро. Я доверюсь о машине на вокзал. Угу. Так, украденный билет. Это значок соответствует текущей цели игрока. Откройте ментальную карту, чтобы посмотреть подробности. Нажмите Tab. Хорошо, поговорить с капитаном Арбертантантунтуном. Хорошо. Окей, хотя такая ерунда и недостойно меня. Серые клеточки должны работать. Предложу свою помощь. Хорошо, давай. Давай. Давай попробуем. Только сейчас, одну секундочку. Одну секундочку, идем. Бонжур. Месье, как вы поняли, что билет украден? Я положил его на стол в номере. Спустился позавтракать, когда вернулся, билета уже не было. И остальные вещи лежали на полу, словно кто-то их разбросал. Месье, предлагаю начать с вашего номера. Проводите? Так, нажмите Tab. Ага. Как найти билет? Поговорить с капитаном. Так, как найти билет? Обыскать.
осмотреть спальню. Но еще рано, да? Так, что можно сделать, чтобы найти билет? Хорошо. А как мне выйти отсюда? Как мне выйти? Escape. Алло, алло. Так, вернуться. Бесишь меня, игра? Дай мне вернуться назад. Так, обыскать спальню. Опросить постояльцев. Осмотреть дверь. Е-бэйби. Все, разобрался. Так. Мои серые клеточки меня не подвели, да? Так, идем, Арчибальд. Осмотрим комнату. Бонжур, мадам. Четвертый этаж. Одной загадкой меньше. Ага, нам еще кнопочки нажимать, да? Так, четвертый. Поехали. Думаю, могу применить умение наблюдать, пока мы едем в лифте. Так, француз, профессия. Так, он француз. Хорошо, возраст 21. Я думаю, лет 45, да? Профессия капитан в отставке. Во. Не думаю, что это был правильный ответ. 21. Так, англичанин. Ага, ну явно ж тебе не 70 лет, правильно? Во, англичанин, возраст 45, капитан в отставке. Та ты шо, великолепно. Так, досье персонажей. Оставлен. Так, составлено досье. Это особый тип задачи. После решения персонаж появится на вкладке персонажей меню паузы. Нажмите кнопку Escape, чтобы открыть меню паузы и перейти на вкладку персонажи. Давайте попробуем. Так, персонажи. Хорошо, 52 года. Окей. Вот это она забила себя, ля. Она неплохая такая. Татуировочка. Мой номер здесь, 411. 411. Отель такого класса и кража. Да не переживай, найдем. Найдем твой... Дон Дистали библиотеке? Если не успею на поезд, все пропало. Рэф, все пропало. Так. Пожалуйста, не беспокой, да? Хорошо. У нас что-то там есть. Как найти билет, осмотреть номер, опросить постояльцев. Не, погоди, еще пока мисс рано нам опрашивать. Так, 411, хорошо. Вы заприли дверь, месье? Само собой, я же в чужой стране. Ключ-карта у вас с собой? Конечно. Что ж, войдем. Так, входим. Замок не взломан. Угу. Давай дальше смотреть. Так, а ты тут постой. Не мешай мне. Так, надзюрил, да? На пол. Мыльная вода. Она чем-то пахнет. Попробовать не хочешь? Можешь моча. Понятненько. Мокрая вода пахнет писюлями.
Да ты шо, я гений просто. Так, давай смотреть, есть ли тут... даже отражение есть в зеркале, ля, вот это разработчики постарались, хотя в основном делают так, чтобы не было отражений. Так, флаконы из-под духов, пустой. Любопытно. Угу. А в душ зайти я не могу, да? Ну, пожалуйста. Ладно. Так, флакон мы нашли. Окей, здесь у нас что? Ванная комната. Так. Усища. Еще один восхитительный трофей в мою коллекцию. Блин, прикольный номер. Прикольный номер. Так, взаимодействовать. Так, в нем около 200 долларов и пластиковые карты. Хорошо. 200. По-моему, сотня только. Как отсюда ее вытащить? Понял, никак. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Так, брошюрка. Листовка с экскурсией в собор Святой Софии. Угу, угу. Здесь у нас что? Так, форма бронированных билетов на паром через Босфор. Так, давай откроем. Это что у нас? Так, путеводитель по этому удивительному... городу, да? Раскрыть нельзя, хорошо. Давай нижний ящик откроем. Пусто. А здесь у нас... Сникерс, ля. Не тормози. Сникерс с ним. Так, давай сюда. А вот еще одни усища. Та ты шо, ля. Так, золотые усы. Усики, пропуск. Куда? Правильно. Так, что это такое? Угу. Крест за вдущая храбрость. За службу в Ираке. Он ушел в отставку. Всего лишь что? Всего лишь капитаном? Думаешь, как-то подозрительно это все? Так, давай смотреть. Так, выписка дорожных расходов. Как эти бумаги оказались на полу? Ну, наверное, же их кто-то туда бросил. Кровать аккуратно заправлена. Сережка, это сережка. Я ее где-то уже видел, но где? Случайно мы не видели на этой подруге, которая была вся забита татуировками? Ну, либо этой девкой, которая съехала с нами в этом... в лифте. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Осмотреть дверь. Так, осмотреть номер капитана. Найдены зацепки. Ага, 10 из 11. Хорошо. Давай еще поищем. Что я мог упустить? Что я мог еще упустить? Ну, вроде бы ничего, да? Так, кровать, сережка на полу. А ну зайдем. Может, тут что-то упустил. Так, флакон. Любопытно, хорошо. Не, тоже с вами осмотрели. Блин, что я тогда упустил? Не знаю, но зато мы с вами усища нашли. Так. Она чем-то пахнет. Писюлями, я же говорил. Так. Арчи, что ты упускаешь? Что ты упускаешь? Но везде... Да, мы везде посмотрели. Ладно, выходим. Идем опросим... Тогда эти, как его...
посетители, которые тут живут. Так, завтрак. Капитан, как долго вы завтракали? Около полчаса. Съели роллы, выпили кофе. Понятно, понятненько. Так, идем опрашивать. Кажется, в этом номере никого нет. Пока мне туда не нужно. Ага, вот тут есть. Алло. Открывай, собака, я знаю, ты украл. Женепель. Блин, а где мы с вами сережку-то могли видеть? По-моему, на каком-то из постояльцев, да? По-моему, из тех, которые с нами ехали. Так, а можно так сильно не лагать? Что нам нужно? Нам нужно опросить постояльцев, да? Так, кто-то отказался от завтрака. Не слишком интересная загадка. Угу, понятно. Так, тут кто-то пылесосит. Только не говори, что мне нужно что-то сделать, что я упускаю. Так, давай, ладно. Во! Вот это я красавчик. Уходите, пожалуйста, сэр. Можно вас на пару слов? Я вам скажу, Борислав, убирайтесь. Вон. Месье, я прилетел из Нью-Йорка и не спал всю ночь. Мне что, позвонить администратору? Прошу прощения, месье. Не похоже, что мы разбудили вора. Так, хорошо. Так, дверь не взламывали. Я... На ней нету следов взлома. Давайте смотреть, что я упускаю. Осмотреть номер капитана. 10 из 11, я что-то упускаю. Я что-то упускаю. Так, как найти... Как найти билет? Можно пойти в номер капитана. Угу. Так, по средству был только один постоялец, он мне ни о чем не помог. Хорошо, идем тогда. Тебе завтрак, хорошо. Окей. Окей, что я упустил? Что я упустил? Скажи мне, пожалуйста, игра. Может, тут что-то я упускаю? Так, карту нельзя никак взаимодействовать. Нет, нельзя. Так, хорошо. Простой кошелек, да. Аляк, выйти. Во. Так. Теперь я знаю больше о капитане. Хорошо. Капитан Джек Воробей. Так. Посмотрите номер. Я что-то упускаю, что-то я упускаю. Может, в брошюрке какой-то я что-то упускаю? А? Как думаете? Может же быть такое, да, что я где-то в брошюрке что-то упустил? Так, форма бронирования билетов на паром. Угу. Так, а здесь у нас... Ну, я тоже вроде... How did this? Так, how did this? Здесь у нас... Ну, я тоже здесь смотрел. Так, давай смотреть. Так, раз, два, три... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Значит, нужно сесть сюда и еще раз все осмотреть. Нужно еще раз все осмотреть. Мало ли я здесь что-то упускаю. Так, повернуть, взаимодействовать, хорошо.
Давай туда мы закрываем. Здесь мы открываем. Здесь пусто, да? Да. А здесь у нас, по-моему, тоже пусто. Были усы. Усан. А здесь у нас не хочет ничего взаимодействовать. Ну смотри. Реально, я нажимаю, оно ничего не хочет действовать. А, вот окошко. Четвертый этаж. Вор не мог уйти через окно. Ты шо, как мог вор попасть в номер? Так, выберите правильный ответ. Мог. Вор мог залезть через окно. Вор мог взломать дверь в коридоре. Вор мог войти, используя ключ-карту. Карту. Да, угадал, да? Я снова прав, как обычно. Хорошо. Как можно попасть в этот номер? Дверь была заперта, а в окно нельзя проникнуть снаружи. В номер мог войти только человек со специальным ключом. Все. Поговорить. Идем поговорим. Так, Кэп, завтрак, Сережка, открыто окно, Сережка. Откуда в вашем номере Сережка? Сережка, наверное, забыл кто-то из предыдущих постояльцев, я не ношу серьги. Открытое окно. Это вы оставили окно открытым? Нет, должно быть, так вор избежал. Сомневаюсь, разве что он умеет летать. Кровать аккуратно застелена, но военные заправляют уголки иначе. Мы столько заплатили за этот отель, и не собираюсь сам заправлять кровать. Интересный выбор. Место имения мы. Падла, что ты от нас скрываешь, да? Каким образом мог пропасть билет? Так. Так, дверь не взламывали. Я смотрел дверь, спальни нет. Следов взлома. Так что нам нужно как можно попасть в этот номер. Угу. Так, нельзя начать задачу, пока не закончено другое занятие. Хорошо. Стой. Интересно, интересно. Так, а сейчас можем. Так, каким образом мог пропасть билет? Ну, давайте смотреть. Сначала дверь, правильно? Потом... бумаги. Но. Раз. Два. Сережки. Во, в номере провела ночь какая-то женщина. Прикольненько. Прикольненько, теперь давай. И женщина, да? Ну? Так, должен признать, что на этот раз я ошибся. Ага. А, понял, смотри. Окошко и бумаги. Чпоник. Так, подул ветер, и бумаги разлетелись по полу. Завершить. Возможно, бумаги сдуло на пол порывом ветра из окна. Более того, дверь была закрыта. И на прикроватном столике я нашел сережку. У капитана в номере была женщина. Может, она им украла билет. Это правильный ответ. Так, мол, ли там... Блин, а кто была эта женщина? Ага, вот это вот, по-моему, малыха, да, была? Да, в лифте с нами ехала. Вуаля. Прикольненько. Так. Расспросить капитана. Нужно спросить капитана о сережке.
Так, объяснение, Сережка. Капитан Арбентон, я смотрел ваш номер. Так, многое прояснилось. Возможно, больше, чем вы ожидали. Будьте уверены, мы скоро найдем ваш билет. Пора бы мне скоро на поезд. Как и мне. Вы едете на Восточном экспрессе? Oui. Если ответите на несколько вопросов, мы оба на него успеем. Спрашивайте, расскажите, где вы были вчера. Большую часть дня я гулял по Стамбулу, вернулся в отель на закате. Администратор может подтвердить, что я был один, когда забирал ключ. Я провел ночь один. Ко мне никто не приходил. Так, какое из этих предложений содержит ложь? Большую часть дня я гулял по Стамбулу, вернулся в отель на закате. Администратор может подтвердить, что я был один. Я провел ночь. Вот, я провел ночь, и мне никто не приходил. Вы сказали мне всю правду, капитан? Конечно. Я хочу, чтобы вы нашли мой билет. Так, выберите элемент, доказывающий, что он лжет. Мыльная вода. На полу лужица мыльной воды. Если вы не увлекаетесь уборкой расшкуренных гостиничных номеров, это сделал кто-то другой. Да, каждое утро номер убирается горничная. Может, она и украла билет? Горничная оставила деньги в кошельке. Но украла билет на поезд? Сомневаюсь. Так, Сережка. Как вы объясните Сережку на прикроватном столике? Сережка? Ах, да, простите, мистер Пуаро. Я не успел ответить на кое-какие письма. Отель оказывает услуги тем, кто путешествует по работе. Мне прислали секретаршу. Я надиктовал письмо, и она отправила его за меня. Я не заметил, что она потеряла Сережку. И когда же вы пригласили эту секретаршу? Возможно, она и украла билет вчера вечером. Но мой билет был здесь, когда я ушел завтракать. Она не могла его украсть. Понятно. Ну да. Неважно, это легко проверить. А больше в вашем номере никто не заходил? Нет, клянусь, никто. Ну что ж, если это не она, остается лишь один вариант. Ясно, пожалуйста, поскорее закончите поиски, я буду внизу в холле. Ага, Врунбрехун. Так, что нам нужно? Нужно... спросить администратора, да? Нужно будет. Так, если вор не из числа знакомых капитана, нужно выяснить, кто убирал его номер. Да навряд ли это секретарша. Так, спросите администратора, хорошо? Идемте вниз, спросим администратора. Так, а бегать мы здесь? Да, бегать мы здесь не можем, хорошо? Идемте вниз. Так, надо не забыть, что мы на четвертом этаже с вами. Так. Бонжур. Администратор, администратор. Ты администратор. Так, расписание уборки. Прошу прощения, месье, могу я узнать, какое время горничные убираются в номерах? Каждое утро во время завтрака, сэр. Конечно, сперва они проверяют, что в номере никого нету. Могу я поговорить с горничной, которая сегодня убиралась в номере 411? Надеюсь, вы не думаете, что я кто-то из наших сотрудников украл? Не-не-не, не беспокойтесь, я лишь хочу задать несколько вопросов. Я сейчас ее позову. Ах да, скажите, чтобы она взяла с собой тележку для белья. Так, хорошо. Так, отличное начало путешествия. Хорошо. Идемте, нам нужно поговорить с горничной. Так. Донде стала библиотека? Хорошо, давайте сначала с ней поговорим. Не бойтесь, мадемуазель, это вы убирались в номере 411 утром? Номер 14, да, я всегда там убираюсь. Так, сейчас, секунду.
Так, продолжаем. Когда вы выбирали номер, вы не видели на столе билета? Извините, билета? Я не видела. Там лежал кошелек, но, конечно, его не трогала. Вы открывали окно? Да, мы всегда проверяем номера. Ой, я забыла его закрыть. Когда я заправляю кровать, постояльцы из соседней комнаты начал стучать. Я подумал, что ему нужен будет помощь. Бросила грязные простыни в тележку, быстро подмела и пошла смотреть. Но стук прекратился. Кажется, я забыла закрыть окно. Простите. Оставленные открытым окном, разбросанные по полу бумаги. Так, горничная убиралась в номер. Кажется, я могу представить, что произошло. Я думаю, оно находится в белье. Вот тут у нас. Так, Пуаро, не собираюсь прикасаться к грязному белью. Так, ну что-то мне кажется, что я понял, что произошло. Так, давай смотреть. Сначала зашла горничная, да? Горничная меняет постельное белье. Так. Так. Погоди. Ага. Вот так вот. Угу. Вот так вот. Или нет? Но. Ну, я, в принципе, в правильном направлении, но... Так, тогда открывает окно. Открывает окно. Бумажка летит. Падает и... Так, но я недалеко от истины, да? Оно? Ну. Хорошо, возможно... Возможно, вот так. Да что такое, местами поменять. Ну смотри, она открывает окно. Или сначала тележка, потом окно. Думай, Пуаро. Это неверный ответ. Во! Я же говорил. Я снова прав, как обычно. Так, объясни капитану, где он сможет найти свой билет. Нужно объяснить капитану, где он сможет найти свой билет. Думаю, он удивится. Так, где капитан? Арчи? Бонжур? Мадемуазель, не могли бы вы поискать билет в билет из номера 411? А вот и билет. Итак, пропавший билет завершил свое загадочное путешествие. Открытое окно, тележка с бельем и шумный сосед. Но случай единственный виновник — это мрачная история. Мистер Пуаро, я должен извиниться. Кажется, волнение взяло надо мной верх, я забылся. Спасибо вам. Это было дело большой важности. Я рад, что сумел пройти загадку. Дело раскрыто. Шикарно, мы справились. Мы с вами молодцы. Покиньте отель. Да, давайте. Вещи упакованные. Мой билет и документ у меня. Если вы дадите мне свой, я оставлю его при себе. Но как ваш секретарь? Как мой секретарь, ты должен следить за вещами, Гектор. Да, конечно, сэр. Этот человек производит любопытное впечатление. Он словно дикий зверь, вызравшийся из клетки. Пора ехать на вокзал. Наш багаж уже в такси. Вы нашли билет? Дело было очень сложное, но, вопреки всему,
Поро справился. Я вас не сомневался. А теперь мы можем позволить себе отдохнуть в поезде.